Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Василич. Сегодня будем готовить рыбу киту. Ну, взял головы и самые такие вкусняшки там, вот эти плавнички, где накапливается вот, например, жир, вот такие вот кусочки, вот, самые жирные, вкусненькие. Лук начистил, приготовил, картошечки почистил. Также будем специи добавлять, это и приправа у нас есть к рыбе, овощные вот такие вот это приправки. Лаврушечки добавим, все вместе. Взял я противень уже налил, чтоб не подгорала у нас картошечка, подсолнечного масла, ну и будем готовить помаленьку, Возьмем лучок, нарезать картошечки. Но займемся мы сперва картошечкой. Будем брать картошечку и сюда вот чашечку нарезать. Нарезать будем не мелко, но где-то вот так вот, такими частями. Берет картошка мытая, чистенькая, сильно уж не будем мелчить. Дочищаем мы картошечку нашу, вот, видите, не мелко, так средненько, а произвольно. Вот, начистили, берем противень, распределяем наше масло по противню, вот. И на донышко укладываю нашу картошку начищенную. Сразу можно распределить. Упало, достанем. И по всему противню мы вот так вот ее распределяем. Нашу картошку распределяем, картошечку тут же берем мы, я ручки протру. Так, у нас специи есть, специи, пока мы не занялись луком, берем вот и посыпаем приправкой. Потому что будет соприкасаться приправа вместе с картошкой и рыбой. Так что ничего страшного, если вы подумаете, что я на картошку сыплю приправку нашу. Вот. Так что. Какой вы пользуетесь, такой и пользуйтесь приправой. Считайте, что будет у вас вкуснее. Вот. Разно. Траве. Вот. Потом мы ее ложечкой возьмем, где ножичком еще сейчас перевернем. Так, теперь займемся лучком. Берем наш лук, и луковицы большие. Вот если попалась у вас такая серединка, то берем и удаляем. Вот
это когда рыбку будем выкладывать, добавим еще лучок. А теперь берем лаврушечки наши и выложим, добавим ли сюда лучко. Вот так вот произвольно. Без нашего лаврового листа, ну просто никуда. Везде его добавляют. Жарят, палят, тушат. Но правда не едят. Так. Положили. Берем ложечку. Ложечку и вот так вот у нас приправка. Да? Вот так вот. Маленько ее помешаем. Ну теперь будем мы выкладывать рыбку. Вот. Жабры убраны, так что берем ее и как бы маленько расплющиваем ее. Вот так вот. Чтобы лучше обжарилась у нас. Вот так вот. И выкладываю мясо наше. Кусочки. Вот так. Рыбка у нас будет смотреться. Вот так. Ну вот. Распределили. Теперь мы произвольно лучком задобрим. Вот так. По всему противню. По всему противню. Лучочек. У нас распределим везде, по уголкам, где можно и не можно, где нужно и нельзя, да? Вот так вот. Так, теперь берем маленькие приправки, вот такой, душистый, вот так, по мяску. По лучку, рыбку нашу тоже озаботим. Вот. Вот таким образом. Ну и теперь, что ожидает нашу рыбку? Духовка. Духовку на 180 поставили, разогревается. Ну, будем ставить и запекать наше творение. А запах. Ребята, запах. Ну вот, достали с духовочки нашу рыбку. Вот так вот приготовилась. Очень поджаристо, золотисто. Бюджетно, вкусно, калорийно. Вот. С вами был Василич. Записывайтесь на YouTube. Второй канал «Бородатые рецепты Василича». Будем дальше продолжать готовить на YouTube. Пока.